Продал мужик корову и решил себе 3 передних зуба вставить. Не сказав жене ни слова, пошел к дантисту. Тот ему вставил зубы. Мужик радостный, довольный, рад, что у него такая голливудская улыбка. Возвращается домой. В это время жена на кухне стоит, намывает посуду. Подходит он к ней сзади и кусает зубами прям. Жена, не оборачиваясь, говорит: «Ой, кум, только не сейчас, только не сейчас, а то мой щепелявый домой возвращается». Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.